Так, доброго дня всем. Я на вершине Игла. К сожалению, на камере села батарейка, поэтому приходится снимать на сотку. Извиняюсь заранее за качество. Время 9 часов. Вернее, поднялся я в 9 часов сейчас. 15-12, вот он тур. Сейчас надо записку найти. Вот рядом Енбек, вот он, пожалуйста. Там Сельбилийские озера, не знаю, видно, нет с этой камеры. Она поганенькая. Где записка? Где записка? Записка, вон она. Записочка, вон она. Полетели на вам пакете. Сейчас мы ее достанем. Сука, вот надо же как заложили, а? Опа! Вот она, записка, что-то пожара, пожар какой-то здесь был, ее молния, наверное, сбила. Еще ничего. Так, батарейки тут, зачем батарейки, спички, короче. Офигеть. Вот смотрите, батарейки, спички. Прикалывался кто-то, сейчас посмотрим, зачем батарейки. Ночью, что ли, подымали. Так. Спички. Не знаю, что за прикол со спичками. Они еще живые. Так, записка. Записка, записка, записка. Сегодня, в пятницу, 23 сентября, вот написано. Со стороны Сазаната на пик Игла поднялись двое туристов. Погода хорошая, слабый ветер. На пике в туре наш фонарик.